Я, как и подавляющее большинство людей... Я не буду сейчас вдаваться здесь в детали, изображать из себя крупного экономиста или финансиста. Не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать. Является ли журналистским преувеличением, что при желании в 100% случаях любого предпринимателя российского можно в тюрьму посадить? Это абсолютная правда, потому что на сегодняшний день осознанно написаны не коррелирующиеся законы, когда я могу вас посадить, я могу... То есть кого-то абстрактно. Да. Отсутствие, как говорится, у нас с вами судимости – это не наша заслуга, а, в общем-то, их недоработка. Значит, для себя надо понимать, бизнес работает в тех условиях, в которых вы его поставили. Аморально, безусловно, но это был бы бизнес, в который правительство страны поставило предпринимателя. Предприниматель приспосабливается по среду. Не надо тешить себя иллюзией. И поэтому репрессивные меры приводят к ровно к диаметрально противоположному эффекту. У нас нету рыночных условий и никогда их не было. Мы живем в феодальном государстве, где вотчины раздаются и, что называется, фельдфебели идут кормиться на землю. А им все равно до потребителя, им все равно до нас, потому что мы для них корм, им все равно до потребителей. До тех пор, пока мы не осознаем, что сейчас, и об этом говорит президент, что именно правоохранительная система уничтожила, по сути дела, во всех ее аспектах, уничтожила экономическую активность граждан, ничего не произойдет. Мы просто с обратной стороны подберемся к этой экономике, огреем ее палкой так, что она уже не встанет.